Какая-то странная надпись. Всем привет! Это Кактус, и я продолжаю играться в игрушечку под названием How to Survive 2. Вот у меня тут уже друган за боков привел, блин. И сегодня в планах что у нас было? Построить... Арсенал построили, а? Она как не арсенал, она как-то кузню зовет, или что-то в этом роде. Оружение. А, оружение, да. Хотели оружие построить. Ну что, пошли на миссию тогда. Я хотел травок пособирать. Мальца, у меня бинтов в обрез. Ну, давай поищем травки, чё. Да ладно бы, там на миссии бы сразу и пособирали бы. Да на миссии, если это город, там трав нет. Почему есть? А чем-то еще можно лечиться, сейчас посмотрю. Мочой. Мочой не пробовал лечиться. Пописывал на ранку и нормально. Ой. Не, это голод. Голод. Здоровье. Звезда. Звезда. Голод. Здоровье. Зомбаки. В принципе, можно таблетки обезболивающего находить и здоровье восстанавливать. Зомбаки с четвертого раза только умирают. Я вот ломом по башке фигарю. Ну ладно, пойдем, выживем. Флэш. О, я нашел травку. Так, только я туда пройти не могу. И зомбак еще бежит. На по головам. Так, я вскрыл вагон один. Мне теперь вагоны, наверное, можно вскрывать. Нет, что там с 20 левел надо было. Вот еще один вагон вскрыл. Сейчас, погоди тогда меня-то. Нет, ну тут зомбаков нету. Пустые вагоны. Ну, то есть я тут просто угорька понабрал в вагоне. Ну, так неинтересно, нет. Нет, вот в этом вагоне много. Бегу. Бегу, погодь. Опа, что-то я видел. Вроде видел. Гвоздочки где? Монетки. Давай, вскрывай. Я лук взял. А что-то не вскрывается. Ну-ка, отойди. А если его просто сломать? И да. Толстяк, толстяк. А я что-то в него вообще прицелиться не могу. Да куда я все что-то как-то... Я прям бью как-то криво, вообще пипец. Зато по мне ни разу зомби не попал. Ладно, пойдем отсюда. Тут какая-то музыка дурацкая играет. Пошли, пошли. Все, на миссию бежим, да? Да. Так, это нам? Вот сюда. Терем. Вниз! Я не знаю, чем мы будем на миссии хилять. Чем? Не знаю, вон шоколадками. Шоколадками? Шоколадки не хиляют. У меня хиляют, у меня супер шоколадки. Ой, сейчас к рации подойду, посмотрю, что там рация дает. Дает ли она вообще? А, нет, в прошлый раз она не давала, да? Да, там что-то она шипит. Все направо. А, нет, фаршированный дурак, смотри-ка. На помощь, помогите, кто-нибудь меня слышит? Ради бога, ответьте. Эта дверь долго не продержится. Помогите, на помощь. Пш-пш-пш. О, господи, там есть кто-то. Иди сюда быстрее, умоляю вас. Эти индюшки проберутся внутрь. В убежище какие-то хижины, бла-бла-бла-бла-бла, я умоляю, поторопитесь. А, нет! Его сожрали. 5 листов металла, 10 коробок с гвоздями и 5 листов металла. Зараженные индюшки, большое яйцо. Отменить задание. Нахер, мы это уже делали. А что, дальше по сюжетке что-то? Да.
Не, ну а чё, мы это делали там, неинтересно так фармить карты. Так, а такой шум у меня имеется, стукач. Смутные сомнения о том, что происходит что-то за моей спиной, подтверждение тому я получил сегодня утром. Со мной инкогнито, который предупредил меня о том, что я нахожусь в большой опасности и кто-то хочет мне навредить. Люди стали таким безразлично, больше ни слова. Не уверен, что понял часть его послания верно. Неважно, выживший. Нужно поспешить, время уходить. Давай. Найдите информатора Ковака. Поговорить с последователем Ковака. Уровень квеста 10. Замечательно. Почему? А у меня написано уровень квеста 8. Отправиться. А ты же 10, да? Нет, 8. Куколь вепон. Чё за куколь вепон? А, куколь вепон, отменять вепоны. Где мой лук? Взяли лук. Погнали. Тап. А чё-то карт нихера не видно. А, вон, нашел. О! Давай сразу в большого стреляем. Он взорвется и взорвет этого. Бля! О! Вон еще один. О, шустрый. Еще один шустрый. Ты зачем так назад-то отходишь? А че? Ну ты бы отбегал, потом бы опять нацеливался и стрелял. Нормально, я же его побил. Он к тебе шустрый бежит. Да сколько их тут? Промазал. Еще раз. Ой-ой-ой. Ладно, нас лома. Я его ломом загнобил. А три выстрела надо по 238. Так, слышишь, кто-то рычит? А, это вон тот пес? Ладно, попробуем с балкона его убить. Так, переключились. Обезболивающее. Еще одно. Лист алюминия. Я на второй этаж. Патрошки. Молоток. Батарейка, алюминий. Так, дверь закрыта. О, лист металла. Кровать еще с собой забери. О, арбалет нашел! А, это не арбалет. Блин, я хотел у тебя его отжать. Это всего лишь проводки. Ну, давай, убивай там пса. Run the inside. А я его теперь не вижу. Ой, я покушать хочу. Так. Шоколадку скушали, попить и попили. А я к тебе вот так перепрыгнуть могу? Да. Патроны, кондиционер напольный. Я бы взял. Я бы взял напольный кондиционер. Чё бы ты с ним делал? Разобрал бы его. Там алюминий, все дела. Внизу сейф стоит. Нельзя ломать. Я. Ты что, зомбака не видишь? Он медленный.
Травок нету? Нету. Ой. Ой, шустрый зомбак. Да. Так, а там в доме зомбак, значит, туда можно как-то пробраться. Вот, прыгай тут. Нет, наверное, вот тут стену все-таки ломать придется. Не, не ломай. Значит, с обратной стороны. Нет? А прыгнуть можно? Да, нахер. Пошли. Блин, опять паркинг. А, не, мы отсюда стартанули. Ну а куда нам тогда? Туда, вон, через балкон. Где нам сюда? Где собаки были? Иди сюда, я тебе покажу. Ну как? Через балкон вон. Чё как? То есть падать туда? Да. А это не туда. Чё, готов? А мы на автобус можем забраться? Увидишь справа автобус? А сейчас даже вон зомбак идет. Да ты чё? Да не, не видит он его. Ну давай тогда сваливайся вниз. Я тебя прикрою. Ух ты ж, меня убили. Давай слезай. Да ты чё, дурак, упор с лука? Давай, давай, рисай меня быстро. А, вон там, да, пеликан. Давай пеликана выцеливаем. Сейчас у меня тут зомбаки. Блять, здорово еще. Опа, и пеликан тут. А-та-та-та-та-та. Бля, началась жара. Так, пеликана не уделал, нет. Вот, пеликана уделал. Там он ушел. Бу-бу-бу-бу-бу. Ну ничего, я думал, я труп. Тебе чем полечиться-то? А я более-менее здоровый. Псина. Надо псина, а в жопу стрелу мне всадил. Ух ты, я ж бежать собрался. Я ж дыхание затаил. Ну, хоть день, да? Ну. Стреляй в него. Я, он не помер. О, здоровый. Медленный и классный. Стой, стреляй по ним, да? Что-нибудь найти. Что найти? Оружие помощнее. Да, уж надо это. Оружие, не будет крафтить эти пушки. Ёпта, пеликан.
справишься? Да. Я его кайтю. Ах, ты хотел плюнуть. Я знаю, просто не надо давать плювать, все. Собака не померла сразу с выстрела. Что-то вообще жесть идет. Да умри, блядь, падла! Где у тебя тут пеликан? У меня нет пеликана. А ты просто в дом, наверное, не зашел. Да, в который мог зайти? Я вот в магазине. Блять, опять шустрый, да что же? Я так не люблю, когда за мной кто-то бегает. Опять шустрый. Надо бы это вместе держаться, а то сдохнет же кто-нибудь, и все, и пипец. Хрен догоним. Ну ты осторожней, ты же зомби-апокалипсис. Так в игрушки наиграешься, да, вот в эти зомби-апокалипсис? Приходишь в магазин и начинаешь ты подряд лутить. Причем в супермаркет такой, в Ашан зашел еще куда-нибудь. Бля, сколько добра, ёпта! И как пошел лутить. Лом еще взял. Сейчас сразу охрана отпиздит. Мы за сегодня шестерику-то успеем построить этот? Арсенал-то наш. А? А хер знает. Должны. Я убью шоколадки. Таш, я вот еще ни одной доски не нашел. Ни хрена там зомбаков. Да нам бы пилу, но бы не было проблем с досками. Да, кстати. Смотри, они сюда все сейчас попрут. Так, туда я пока не пойду. А нам, наверное, туда и надо. Там, наверное, этот зовок. Завок. Так, в доме. Давайте дверку открою. Иди сюда. Иди сюда, помогай. Да я тут дом еще не весь обшарил. Там их просто анрил. Там а, их нет. Тысячами. Дом обшарил. И они все вот на меня прут. Иду, иду, иду. Я, короче, в дом залез, ничего интересного не нашел, тут зомбаки. Ебать! Че это они риснулись-то? Ты что сделал? Ничего. А че они такой толпой-то риснулись? А? Я ж прям прихерил. Обьё, рисается тут вообще-то. Схерали. Как схерали? Вот так вот респится. Да нифига, это они, наверное, просто пролагали. Нет, респится, респится. Не, они меня, наверное, унюхали, хотели пойти через этот, через забор. А через забор они застряли, не смогли пойти, поэтому риснулись на мне прям. Почти. Я негра нашел. Тебе идти? Ну, вообще-то да, дом лутить-то. Ты это как его О, что это у него? Почитывай, что собираешь, потому что если соберешь этот пилу, чтобы не по инвентарю рыскать. А по этому. Ну, где негр? Я уже убил его. Блин, я думал, ты связного нашел. Нет. Вон рядом, рядом в дом попасть можно было, наверное, через балкон, да? Да, через балкон, а ты это... Ой, зомбака нашел. Я вон через парковку пока пойду. Не, погодь, там много было зомбаков. Погоди меня. Погоди, я сейчас еще один дом обшарю. И все, и пойдем. Вместе.
Ой-ой, вот. Ядрём, батон, думаю, что не идет, а я в зомбака уперся. Как ежика. Так, слушай, тут походу дела пеликан рычит. Так что держись поближе ко мне, я тут, по-моему, сдохнул. Так, это изнутри надо. Как-то поближе, мне через балкон надо будет к тебе идти. Не знаю, какого хера-то ты туда уже пошел. Мы тут еще не все облутили. Зомби-апокалипсис, тут надо лутить вообще все. Ой, ёпта. Вот, пеликан у меня. Мы, наверное, вот и пропустили пилу. Потому что не лутишь все подряд. Ну там зомбаков еще не отстрелял. Упал вниз прям так. Ты через паркинг, да, пошел? Да. Ты там толстяка оставил. Че ты толстяка оставил? Не захотел с ним драться. Вон зомбак. Как я промазал? О, там вон пеликан за машиной еще один идет. Где? Ну чего я промазываю-то? О! Пеликана-то убей! Я-то думал, ты там пеликана выцеливаешь. Я не знаю, по нему дамаг не проходил у меня. Я в машину понатыкал вон. Капот. Там за забором тьма. Да хорош, нам стрел-то хватит вообще. Я еще могу не встречу. Лоскутки ткани я нашел. Да, машину починим. Толстяк. Вот эту жену и тачку починим. Да. Толстяк. Да ты ж ёпта, чё ты делаешь? А чё ты на пробеле не бежал? Неси, я тебя рисну. Ща, погоди, я бинтик наделаю. Премиум паркинг. Одна стрела мне в ногу, кстати, попала. Нет, я прям видел, я прям в него попал. Пеликана мочишь? Э? Да, пеликана. Он за автобусом. Ёпта! Это чё такой бегун, комментер? Ой, бинты-то я чувствую. Похелится. Блин, толстяк. Голову. Вот как надо. Дропа в них нету, в толстяках. Они разлетаются на куски. Собаку убей. Говорю, собаку убей! Шкуру с них зачем-то. Видимо, броньки шить, да? Ну да, потом же там вооружение как раз, наверное. Вооружение. Тут же нет брони это. Есть. Крафтилка. Есть. Ты кого тут? Выжил? Пока. Да, хотел его. Пойдем сюда, сходим. Я там за какой-то коробочкой шел, так и не дошел. Пойдем туда, пойдем сюда.
травку нашел. Ой, ногу засидел. Моя нога превращается в зомби. Вот здесь их было до хрена. А вот они. Смотри, он меня убил. В спину вообще, короче, не... Или ты меня просто застрелил? Нет. Блин, их много, что я делать-то буду? Мачетой. Только ты не помри. Вдвоем лежим? Да ты... Ты пиздец. Ну упал, что поделаешь? А не в спину. Либо ты меня пристрелил, либо меня нет, в спину хорошо захавали. Я даже не стрелял. Ты помер, а потом только я выстрелил. Да ладно, он в башке чего у меня торчит? Лук. И рога. Кто первый помрет? Тебя сожрут? Нет, я первый помер. И ты сразу же следом. Минус 10 экспы. Заебись. Из-за какого-то, блядь, этого. Вместо того, чтобы по-осторожному идти, блин, взял я такого. Ринулся на них. А вроде их тут много было. Вот они все и набежали. Ну и чё, я мертвый, чё делать-то? Потыкай мышкой. Я мышкой потыкал. Так, а как мы туда проходили-то? Как, вот по балкону, вот вниз спускались. Вот здесь? Почему? Вот, на второй этаж. По балкону, а вниз куда? Блин, не на том, наверное. Чё, можно было? Вниз? На балкон, зачем вниз-то? Бля. Это такой кровавленный весь. Хотя они могли бы все майки постирать там, не знаю, чем делать, да? Чё грязные такие бегают? Пойдем, куда ты, зачем налево пошел? Мы там не дошли. Слышь? Мы ж там не допрошли. Ой. Ну тут просто тупичок. Куда вы проходите-то? Вот и все. Ой, я этого нашел. Пеликана. Блюет! Жоп у нее, наверное, дикая. Так, мне бы попить, это где-то песня. Чё-то как-то воды не алё. Еды не алё. Просто какие-то болты и все всякое. А, так мы вниз, да, бежали? А, через паркинг? Да. Ладно, побежали. Так, я, по-моему, тут где-то травку видел. А, да, вот она. Собрал. Собрал травку. Куда? По машинам. Ну, ладно, по машинам, так по машинам. А мы там отмесить, то есть... А, двоих не успели, да? Ёпта, а откуда тут пеликан взялся? Где? Вот в машине сидел. Вот прям спрыгнул, вот он тут и сидел. Ну, может, он так и сидел, мы просто его пробежали, не будили. Ковак, а что-то фамилия и имя у него знакомо, этот Ковак. Мы уж с ним общались, да? Уебать!
Дай мне что-нибудь, шашку какую-нибудь. Че, много их? Брат, да, вообще охренеть, иди. Давай, давай, откатывай, откатывай. Да ладно, я двоих оттуда забрал. Остальные медленные. Музона такая эпичная заиграла. Нужен дробовик. Нужен дробовик. Скажи, что нужен дробовик. Гранатомет. Зачем дробовик? Да нет, дробовичка хватит. А? Шустрый. Блин. Ну ладно, у меня ломик хорошо долбит. А, кстати, где я этот ломик нашел? Во, вот он, ковок. А чё его не жрут? Он обмазался говном зомби. Подойдите, пожалуйста. Давай подходим. Поговорить. Привет, ковок. Наконец-то, я было почти ушел отсюда. Меня здесь быть не должно, знаете ли. Если он меня найдет, я труп. Ковака нужно предупредить о серьезной опасности. Мужик тут аэрованный. В его глазах можно увидеть все поражающие пламя мести. Да, прям глаза у него, там маска, блин. Неплохо, да? Я придумал это описание всю ночь. Честно признаться, я не надеялся увидеть здесь самого Ковака. Так, мы уже поговорили с ним. Мои люди, я не понял, хлюп-хлюп. Не важно, что случится со мной, хлюп, прекрасно самого себя заставить плакать. Ну и что, ты поплакал, что ли? Прикинь, я его стрельнул, он упал из-за забора. Вот этот? Да. Ну и хер с ним. Ну пойдем еще тут чуть-чуть побегаем. Сбегаем в ту сторону. Посмотрим, вот в этот дом можно же, да? А как можно? За сегодня построить этот... Кого? Найти доски. Опа, чё это? Надо было там на миску идти. Ну а мы на чём? Ну, лук собирать, а не это. Так мы и есть на миссии. Опа, два зомбака. Давай я их сейчас вот отсюда приму. Ты все-таки меня убиваешь. Это ты меня убил. У меня столько же ХП было в прошлый раз. Нет. Вообще не косный. Че нет? Главное, убиваешь меня потом. Нет, зомбаков, неаккуратно пошел. Спину мочишь, падла. Вот раз. Не подходи к нему. Да ну тебя нафиг, я вообще, блин, убил. Стрелок, блин, ворошиловский. Патроны. Кроватка. В кроватке, походу, кто-то спит, да? Так, а зачем я ее взломываю? Тут что-то должно быть вкусное, а чё ни хрена нету? Ну ладно. Я пошел на выход. А тут зомбаки. Здесь можно через забор? Нет? А вот здесь вот? Нет. А, пошли. Вот он. Шустрик. Вот видишь, я как аккуратно бью. Потому что я отхожу от них. Да. Выходи от... Вот какого хера ты вот в этом узком коридоре начал свои, блядь, монтировки? Вот так. Тебя долбануть. У меня ХП было больше, чем вот сейчас. Во, вылезает, смотри. Бей его. А мы туда залезть можем в окно? Не, они как через текстуры вылезают. Ладно, пойдем через дом. Он в окно вывалился. А эти кроники как через текстуры проваливаются. Почему? Он вывалился в окно.
Ну все, в принципе, отсюда выходить уже можно. А, стой, 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 что-то было. Вот, у меня еще дом полного лута. И пеликан. Так, где выход-то? Нашел. Ой. Что ты делаешь? Собирал дропы, зачем я тут здесь? Ладно, я на дорогу. Если что, кричи, или я буду кричать. Я цветок видел. Ох ты же, бля! Пришел таки большой толстый урод. Да ладно, как ты так быстро бегаешь-то? Типичный американец я. Да? Эти большие толстые. Ты помер? Опа. Опа, опа. Опа, на. В башке умерла собака со стрелой. И это тоже в брюхе со стрелой. Так, а тут пусто. Чё, все? Я везде пробегал. А, вот домок. Домок. Домок, домок, домок. Берем лом. Открыть. Банка с горошком, алюминий. Пружинка, кусок, крышка двигателя. И еще все. Какой хиленький домик, второго этажа нету. Блин, рычаг кругом. Вот, в магазине, наверное, добра много. О, что-то заиграло. Есть такие места, которые, ну, прям явно, ну, блин, возьми, перепрыгни, где-то. Давай, падай. Не падай. Ладно, я к ним. Ты меня тогда с улицы покемпери. Пиздец, как тут неудобно бегать. Я тут четверых за раз убил, прикинь. Я вообще красава. Я ж не дышал. На балконе нету их, да? Мне же от нехватки кислорода что-то в глазах потемнело. Да, умрет это пеликан. Так, интересно, я отсюда могу пострелять? Могу, но что-то как-то... Плохо. Давай, ты же должен стрелять отсюда. Ну, наводит же. Ладно. Надо выключить музыку. Я выключил. Она хоть и дает большой это, но сигнал большому количеству мобов. Не, она все равно играет. И так играет. Глушит меня. Она играет даже с выключенной музыкой. Не? Да. Громко. Да блин, не умирает он! Алюминиевые банки. Форма для литья. Куда делся? Слушай, у меня тут толстяк пропал, а вот он. Пошли, долутим, блин, по-быстрому. Ну вот, бегаю, лутю.
Какой бегаешь? Ты там какой-то хуйней занимаешься. Ну, собирай, я форму для литья пуль нашел. Чё? А, это надо. Все, что связано с пулями, все надо. Пули — это хорошо. Какую-то набережную еще нашел. Все, ты там все обегал? Да. Все, тогда ливаем в наш город. Да, наверное, не взяли мы досочки. Подтвердить выход. Блин, 19 тысяч ектов. Ну и нормально, 19 косариков. Было 27. Ну. Увы. Можно вот этот пошустрее проходить, если поставить где-нибудь пятый уровень сложности. Где вот алюминиевые листы дают. Но алюминиевых листов надо все равно много. А если уровень сложности ставишь меньше, там же и меньше, соответственно, дают. Нет, там меньше их дают, а лут столько же. Да ладно, сейчас нормальным оружием обзавестись и будем их шигалять. Итак, вам удалось узнать от информатора. Интересно, продолжайте. What happened there? He's hiding out nearby, in the mountains. I even think... Понятно. О, очарованный дает еще задание. Пока мы развлекались в городе, я посетил одну соседку. Так, она вернется. Более того, где надеть, чтобы более приличные, не обижайся только... We're not just experts at surviving, are you'll be going into the swamp. И в лагере на болоте были выстрелы. Идите посмотреть, что там происходит, пока. Зелье добыть, получим 3000 экспы, бонус и плюс еще там фигня. Нет, отменить задание. Пока не берем. Пойдем наверх, вылезем, посмотрим, сколько у нас всего добра. Сможем ли мы построить? Потому что я хочу построить очень-очень-очень оружейню. Я хочу построить. У нас нету. Ладно, может, завалялось где. Доски надо искать там, вот где разбитый этот. Вон, смотри, в инвентаре. Пилу, смотрю. Деревянная доска, две штуки. У меня, в принципе, есть две штуки. Так, инвентарь. Да, деревянная доска, две штуки у меня есть. Слышь? Давай, смотри, сколько у тебя. Досок? Да. Ну, если я нашел где-то две доски. Пластиковый зажимной хомут. Струна, крышка, алюминиевая трубка. Одна деревянная доска. Не, ну одной мало. Одной не хватит. Стальная решетка, обезболивающие витамины, это мы оставим. Стальной клапан. Да ни хрена не клапан, это цилиндр, блин, идиоты. Маленький электромотор. Так, ну деревянную доску я тогда у себя оставлю в инвентаре. Давай. А что-то в инвентаре какая-то новая ячейка появилась. Какая? Питомцы, что ли? Нет, 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 ничего не делаю, отменить. Так, лом, палка, глушитель, монеты. Монеты зачем? Выкинем. Так, консервы, консервы, растения. И всякая фигня. Увы, жаль.
Не смогли мы построить. Ладно, на эту серию закончим тогда. Не хватает. В следующий раз построим. А, не хватает ремесло. 2-5. У тебя 2-5? Ну 3-5. Еще две доски. Да, две доски не хватает. А, да, вот есть цех. Мастерская по производству брони и элементов оружия. Потом есть литейня для пуль, наверное. Химическая лаборатория. Забор. Еще один забор. Деревянная смотровая башня и деревянная вышка. Ну, в принципе, построек не так много. Ясненько, ладно. Ладно, на этом заканчиваем. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, на паблик, комментируйте, ставьте лайки. Продолжение следующей серии. Пока-пока.